На входе в Центр помощи бездомным животным посетителей часто встречает собака Герда. Угольно-черная красавица с добрыми и преданными глазами стала подопечной доброго сердца из-за полнейшего равнодушия прежних хозяев. В основном Герда обитала на улицах, довольствуясь редкой миской от добросердечных соседей. Они же и попросили помощи простерилизовать Герду и приютить. Иначе и потомство ждала бы страшная участь. Так Герда и оказалась у волонтеров. Когда ее привезли, мы с первого взгляда влюбились в эту собаку. Она такая хорошая, такая ласковая. Она очень аккуратная. Она ни разу мимо не сходила. Всегда дождется нас. Очень всем приветливо хвостиком машет. И вот, что интересно, хозяева до сих пор, уже нас живет полтора месяца, хозяева не заинтересовались, а где же их собака-то? И вот теперь, значит, мы для нее ищем ответственных хозяев, которые должны понять, что эта собака не для цепи, не для охраны. Она друг, компаньон, член семьи. Надо ее брать так. И лучше, конечно, в частный дом, чтобы можно с ней и погулять, побегать вольно. В квартире ей будет, наверное, зимой неуютно, все-таки у нее подшерсток густой. Герда обожает прогулки на свежем воздухе. На улице ведет себя ответственно. На прохожих не кидается, за машинами не бегает, к детям относится с теплотой. Волонтеры за все время пребывания Герды ни разу не видели признаков агрессии. Собака действительно станет лучшим другом любому, кто обратит на нее внимание. Другой герой выпуска на Герду похож лишь тем, что предыдущие хозяева не смогли оказать ему должный уход. В приюте он оказался благодаря соцработникам. Трехмесячный Бим – самый энергичный обитатель доброго сердца и самый дружелюбный. Каждый человек для него за секунду становится лучшим другом. Бима привезли в пеленочки, он весь дрожал, но быстро адаптировался, уже к вечеру скакал тут у нас. Играть ему надо. И когда к нам дети приходят, у нас тут начинается такое движуха. Бегать им надо, прыгать им надо на ручки. Он привык с детьми общаться. То есть его тоже очень желательно всем с детьми взять. Он вырастет небольшим. Чуть побольше, вот что сейчас он есть у нас, он совсем немножко подрастет. Пока он еще не ухоженный, не расчесанный, не вымытый. Этим мы будем завтра заниматься. Вот. Мальчик очень позитивный, очень игривый. Хороший мальчик. Волонтеры удивляются, как у таких безответственных хозяев могут оказаться такие добрые, позитивные, дружелюбные животные. Вопрос риторический. А вот на вопросы, как долго в добром сердце будут находиться Герда и Бим, и кто станет им лучшим другом, смогут ответить наши телезрители. Может быть, это будете вы? Комбинат «Связав Новатория» приглашает кандидатов на работу в основное производство. Компания гарантирует своевременную выплату заработной платы дважды в месяц, корпоративную развозку, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, добровольное медицинское страхование, путевки в детские оздоровительные лагеря и многое другое. Узнать подробнее о вакансиях можно на официальном сайте компании в разделе «Карьера» или по телефону 8 931 514 0764.